блядь. Говорит, здесь винтовка хаос, нет винтовки хаос. Вот мудак. Так. Пойдем. Блин, какой этот персонаж медленный после Октейна. Надо себе другого, второго, быстрого персонажа найти. Пойдем вниз, мы уже внизу. Это клон выстрелил. Теневые клоны. Чё, где? Не-не-не. Не, это медленный чувак, который теневые клоны делает. Мне нужен какой-то тип, который тоже умеет ускоряться. Ну только робот Чаппи в голову приходит, он на тросики умеет подтягиваться. О, заебись, что я нашел-то. Да, пулемет. Все, я нашел оружие, которое мне было нужно. Готов воевать. В идеале бы, короче, еще поменять. О, все. Теперь я еще. О, эй, верни. А, не, это не надо. Так. Короче, Октейну вообще сделали имбовый откат ульты, блять. Почему ее до сих пор не понерфили? У всех остальных, блять, способность откатывается очень долго. У Октана просто капец. Что-то там каждые 2 минуты. Че, пойдем на базу? Ну, блин, чувак говорит, что его обыскали. Давай перепроверим. Ну, пока никого не вижу, ни следов. Ничего. Никого я не нашел. Ну, зато я нашел, короче, этот Р-301. Ну не лезь, ты ж мешаешь, блин. Отвлекаешь? Ой. Да, ой. Тебе нравится, когда тебя отвлекают? Ты вечно меня отвлекаешь, ну. Оба. Там где-то. Там тутукают. Но они далеко и не с нами сражаются, поэтому я думаю, особо можно к ним не торопиться. Чё? Да, две брони подряд. Чё, погнали? Вижу цель. Стрельба справа. И... По-моему, вижу их. В скале где-то. Ну, в скале это 100%, но они далековато. Да не, в скалу лучше не идти за ними, лучше тех добивать. Потому что они, судя по выстрелам, были гораздо ближе где-то. Ага. Там один раз. Отходи, отходи. Где? В домике. Вот они. Да ёб, какой уёбищный герой, блядь. Ненавижу его. Лайфлайн. Ой, отстойный герой, блин. Капец, еще и способность вот это ускорение его с ультой так долго активируется. Это просто трешак. Так. Он там кого-то руки достает, там какие-то кнопки нажимает. Все это так долго. У Октейна нажал, все, ускорился. Ой. О, точно, рейв же есть, блин, точно. Баба, которая в этот потусторонний мир уходит. Вот,
Надо будет, короче, тогда. Когда будет Октейн занят, я буду за ней играть. У нее, кстати, способность тоже быстро откатывается. И ХП не сносит. Я за Вотсон играл. Случайно как-то выбрал ее. Ничего, неплохой герой. Мне нравится то, что у нее ульта, короче, блочит другие ультимейты и восстанавливает щиты. И откатывается, кстати, она тоже довольно быстро. Я ж показывал момент, где она поставила свою ульту и заблочила ульту Гибралтара. Да. Но не все, короче, штуки пролетают. Вот. И ульту Бангалор она блочит не полностью. Ну, то есть, вот все, что над вами, оно не падает. Вот. А по бокам мины, короче, по-прежнему раскидываются. О, высаживай нас в болото. Приземляемся сюда. Принято. Держитесь крепче. Нам увидишься, уничтожили цель. Так. С нами. О, с нами народ. Да не, я бы не сказал, что прям сильно дофига. Но нам есть. Надо. Да не. О, пулемет сходу. Хорош. Это ж хорошо. Прицел нормально. Наш, что? Бля! Не сказал то, что по тебе. По мне. Так. Он здесь, в этом домике. Чё-то мне сегодня не везёт. Он в этом домике где-то. Он. Чё-то там шагов вообще до хера. Нарвался на бабу с дробовиком. Какая негостеприимная баба. Блин, я ж испугался, стример. Ща, погоди. Алло. Так. Ща. Нет, я видел, что ты скидывал пост, но сами скидки еще не смотрел. Сейчас гляну. Там дофига, короче. Скидок выкатили там. И этот Гострикон Wildlands за 600 рублей. В него, кстати, тоже можно по сетке играть. Этот Dreamfall Chapters за 500. Это этот, кто он? Венчура. Сейчас посмотрю. Путешествие за 350, ну, Джорни, которая. Угу. Да, Джорни я не... Ну, как бы, я думаю, просто напиратить, не такая... А хотя, сколько стоит? 350 рублей. Ультимейт уже пишет, там то ли 3 игры в одном получается. Ну-ка. Если купить, то 350. Там есть чисто Джорни обычная, ну, не три в одном, а обычная. Там она 250. На играх для PS4 до 5 сентября. Там, смотри, их дофига.
Мафия за 800 рублей. Но раз вы решили со мной потягаться, то умом вы не блещете. Ладно, чуть попозже гляну. РДР. Самые ожидаемые скидки. Сейчас, короче, еще катки две. И пойду за комп. Я все никак видосики домонтировать не могу. Я еще на работе хотел этим заниматься, короче. Но, блядь, на работе так заебывают всякой херней. Вот, кстати, блядь, Антона не стало. И, блядь, знаешь, с окошек тоже практически не обращаются. Я, блядь, знаю, где у нас два расшаренных принтера, блядь. Вот с ними вот только проблема. Наверху. Так, я чуть совсем далеко от тебя. Но я бегу. Бля, Андрюха, живи. Я догоняю. Где? Где этот? А, ты его грохнул, да? Красавчик. Еще второй есть. Ёп! Да это я, блядь! Поднимай. Блядь, не могу определить откуда. А, понял, вижу. Ни хрена не понял, так он умер или не умер? Нет? А ты говорил, умер, да? Блять. Я тут снизу сражаюсь с одним, а тут еще сверху двое. Так. Там несколько складов было. Да это понятно. Ой. Я видел, туда приземлялось 4 склада. А это что за... pprices.com. Я что-то даже такой сайт не знаю. Я все скидки смотрю на Play... Ну, и на PS Store. Ну, так это и есть вроде на PS Store, нет? Он PS Store. Ну-ка. Я PS Store, по-моему, скидывал. В ультразрач. Там смотришь. Да. Ну-ка. Да. А, да, вот нашел. Я просто на там общий... Короче, общие скидки открыл, они на каком-то левом сайте выложены. Отмена, блядь. Биошок. Ну, Биошок я прошел. Jurassic World Evolution. Just Cause. Jurassic, все просто. Mortal Kombat XL. Лады, приятель, давай изменим чью-то жизнь. О, господи, ты на него посмотри. Что с ним, блядь? Эти ноги не для прогулок. Ой, жесть. Эдх, Дефенс, Соник. Так, короче, надо будет ознакомиться полностью, что там есть. Ну, я где-то с полчасика ознакомливался. В итоге купил Джорни и думаю, Dreamfalls Chapters купить. И не знаю, если буду Wildlands играть, то Wildlands. Не знаю, я хочу No Man's Sky купить себе. Мне что-то понравилось, посмотрел обзорчик. Скидок нету на новом. Нет, на него есть на самом деле скидка. Да ну нахер, не, давайте. По стандарту. Вот в том месте, куда он показал на артиллерии, там, во-первых, блядь, места мало, а во-вторых... А, да? Ну ладно, там все равно, короче, там места мало и лута мало. Там мало домиков. Там нефиг делать. Там 3 домика, а народу туда летит со старту до хера. Дядя Федор. Так. Здесь корпусный щит первого уровня. Мне нужно оружие. Блять, всем нужно оружие, блять, оружие ему нужно. Умный. Здесь корпусный щит первого уровня. Пошли вот туда.
Андрюх, тут щиты всякие корпусные, первого уровня есть уже. Здесь набор Феникса. Че, Феникс не нужен, что ли? Ну, блядь. Не-не-не, я возьму себя. Хотя я вот вообще больше уважаю большие трубы. Потому что на этом герое Феникс вообще долго втягивается. А, я себе нашел Феникс. Нет, все, забирай. Так. Найдешь большие трубы, говори. Мне хотя бы 3 штуки надо. Еще починил Лутона, да? Так. Можно идти в зону. Да, я тоже так думаю. А, еще тут есть, короче, одно интересное место с Лутом, которое практически никто не трогает. Вот это, где я сейчас нахожусь. Трамплин, блядь. Кольцо уже рядом. Че, никого? Облука. Ну, идем по центру тогда. Патрончики я вижу. Зеленые. И все. Там кто-то побывал. Что-то какие-то интересные звуки были с правой стороны. Где? Сейчас. А, рядом будут сейчас. Окей. Я сейчас сюда прибегу. Я грабанул птеродактиля. Так. О, отлично, все, что мне нужно. Да ну, не, они не подойдут. Подойду. Так, ну я пока далековато от вас. Андрюх, тут синий. Бери и текай. Блин, фиол забрал, блядь. Ну, тут синий Андрюх есть. Вот. А, синий. Это сволочь фиол забрала. Давайте-ка посмотрим. Что-то шустро слишком бегает. Но он оружие убирает, когда бегает. Да он сейчас только прыгнул и забрал. Бля. Да-да-да, я тоже вижу. Туда полетели. Андрюха, погнали, сейчас будем файтить. Догоняй. Трое на заводе. Меня из оружия не особо. Кидаю осколочную!
Чемпион убит. У труповозки сегодня тяжелый денек. Половина готова, половина на очереди. Кидаю сколочную. Блять, у меня гранаты кончились. И где они, блять? Так, двери только не трогаем, используем их как укрытие. Они с другой стороны вышли. И стреляются с кем-то аккуратно. Да, вон они. Бля, они здесь, в углу. Готово. Да. Да, Андрюха, там подбери корпусный щит. Так, надо трубы и аптечки. Аптечки и трубы. В смысле, вот он. Ты не там смотришь, ты. Так. Здесь осколочная граната. Большая зона покрытия. Предлагаю сходить сюда. Так, я большую аптечку выкинул. Уже все. Патроны забрали. Но здесь вроде никого нет в туннеле. А, чё, в туннеле он пошел? Ну ладно, пойдем за ним. Оба. Слышал? Я думаю, где-то там. Там кто-то есть, далеко. Бля, и где они? Где взрыв-то был? Гоу на этот. Обратно. Да не. Оба. Где? Там где-то. Пошел. Угу. Там за деревом, вон там за холмом. Поехал. Ваш. На трассе уехал туда. На следующий берег уехал на трассе. Чё, погнали на него? Сильно не торопись. Вау. Ебать там расстояние, конечно. Оба, нашего прижимают сзади. Брось этого чапи. Понял, бегу.
Ну, тут одного грохнул, остальные не знаю где. Бля, долбаный Чапи. Лол. Лутуемся, да? Так, где-то бегает. Блять, где ее сундук-то? А, вот он. Из отряда. Иди наверх. Заряжающий ты. На старт, внимание! Через 5 секунд кольцо сузится, Амигос. Мне что, нести вас на руках? Кольцо закроется через 30 секунд. Любите тянуть до последнего? Уважаю. Слишком высоко. Так, ну Чапи свалил оттуда. Возможно, где-то нам будет в спину дышать. Но нам все равно придется к нему спускаться, потому что кольцо-то в его сторону сужается. Или нет? Нет, оно... Мы обойдем по узкой тропинке и будет норм. Можем выйти откуда угодно, куда угодно. В принципе, воевать там нормально. Осталось всего два других отряда. Ну, два отряда, тем более. Ну, как бы один не отряд, там один Чапи. Вот. А у остальных. Факт. Обнаружил. Здесь за углом. Вон он. Она. Хедшот. Отлично. Два отряда. Йоу. Я поднимаюсь. Слышишь? Здесь. Керпакич. Здесь есть враги. Не, я думаю, это враги. Где? Где он видел врага? Не знаю. Блять, плохая локация для битвы. Здесь есть ебучая неприступная башня, блять. Я ненавижу ее. Не пойдем в башню. Но она на краю зоны. Мне кажется, она вылетит из зоны. Я думаю, где-то здесь будет. Ну куда идите? Мы в бой. Не, они где-то здесь, Андрюха. Мне кажется, они где-то рядом. Да, здесь. Вон он видит. Ну, да, есть, вон они. Башня идет, да? Нет, по низу бегут. Пошли встречать быстрее. Ага, вижу. Пометь. Да где-то здесь. Блять, он недобитый, там хп на лоу, Андрюха, быстрей! Последний! Вообще лоу хп, Андрюха, хотя он сейчас прибежит, добьет! Нет, не добьет. Он вообще еле живой. Все. Короче, я в него все всадил с дробовика, но он вообще...